продолжается официальный визит президента Беларуси в Вену. Сегодня основной день переговоров. Состоятся переговоры главы белорусского государства с федеральным президентом Австрии, председателем Национального совета. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит австрийско-белорусский бизнес-форум. В его работе участвуют более 200 представителей австрийских компаний из самых разных сфер. Кроме планируемых к подписанию 7 коммерческих документов, что станет серьезной прибавкой к двустороннему товарообороту, стороны обсуждают целый ряд новых тем и направлений сотрудничества. Досрочное голосование на парламентских выборах стартует сегодня в Беларуси. С 12 по 16 ноября включительно любой гражданин, желающий отдать свой голос заранее, сможет это сделать с 10 до 19 часов, с перерывом на обед с 14 до 16. Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на избирательный участок в день выборов не требуется. Ключевой день выборов – 17 ноября. Также сегодня Центр избирком объявит итоги кампании в Совет Республики. Энциклопедия партизанского движения «Беларусь партизанская» вышла в свет. Кроме научного описания и воспоминаний самих партизан, в книге много наглядных иллюстраций, фотографий, архивных документов, музейных экспонатов. «Беларусь партизанская» стала настоящим общенациональным проектом. Проведена совместная работа десятков учреждений от Института истории Национальной академии наук до районных краеведческих музеев.